وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Однажды один мусульманин, таксист, стоял и ждал своих пассажиров. Когда к нему подсели пассажиры, тоже мусульмане, они увидели и заметили, что он читал Коран. Они сели в машину, он положил мусхаф на панель и хотел было уже поехать. Они спросили: «Брат, может, что-то случилось? Может, кто-то умер? Почему ты читаешь Коран?» Он ответил: «Да, умерли ваши сердца». Почему? Потому что они не тянутся к Корану. Когда человек оказывается в больнице, он просит почитать Коран. Верующий человек. Когда человек, верующий человек оказывается в тюрьме, он просит почитать Коран. Когда человек оказывается в могиле, он тоже захочет почитать Коран. Сейчас ты не в больнице, не в тюрьме и не в могиле. Почему ты не читаешь его? Сказал один из наших праведных предшественников: «Лау тахурат кулюбуна, ма шабиат мин калями Раббина». Если бы наши сердца были чисты, они бы не насытились от слов нашего Господа, от Корана. Коран, жизнь коротка, а Коран – это книга, в которой пульсирует жизнь, пульсирует правила жизни. Аллах в Коране говорит: «Вама аллямнаху шиара, вама ямбагилях». Мы не научили тебя, о Мухаммад, его, Мухаммада, стихам, и не следует ему это. «Ин хуа илля зикру ва Курану мубин». Это лишь напоминание и явный Коран, «Ли юнзира ман кяна хайя», чтобы увещевать тех, кто жив, «Ва яхеккаль каулю аль кафирин», и чтобы сбылось слово истины по поводу неверующих людей. Где Коран в твоей жизни? Какое он занимает место? Один из наших предшественников сказал: «Если ты хочешь посмотреть на свое положение перед Аллахом, посмотри на положение Корана в своем сердце».